С вами Грант Кардон, автор бестселлеров по версии New York Times. И сегодня я хочу поговорить с вами о безработице и о том, как получить работу. Как получить ту работу, которую вы хотите, буквально работу вашей мечты, и сделать это за 36 часов. Я дам вам 12 советов, которые использовал сам и которые помогали другим людям. Независимо от того, что вы слышите вокруг, работы нет. Я не могу получить работу, которую хочу. Никто не хочет платить. Я расскажу, как получить работу. Эти 12 советов не просто гарантируют вам работу, но гарантируют именно ту работу, которую вы хотите. И которую вы сможете получить за 36 часов. Совет номер один, и я хочу, чтобы вы ему следовали. Всегда, слышите, всегда гоните от себя мысли о том, что не можете смириться с состоянием безработицы. Безработица — это убийца. Не поддавайтесь ей. Не прельщайтесь ее мнимой легкостью. Да, вам платят пособие. И да, вы его заслужили, но это вам не нужно. Поверьте мне, правительство выдает вам лишь жалкие крохи. И что же будете делать дальше? Рано или поздно вам придется вернуться на рынок труда и заявить: «Эй, мне нужна работа. Я хочу работу. Дайте мне работу, она мне очень важна». Тогда работодатель посмотрит на вас и спросит: так что же происходило последние 33 недели? О, рынок труда был совсем плох. Это похоже на заразу. Не обманывайте себя, это несправедливо, это неправильно. Этого не должно случаться ни с кем из вас. Так вот, работодатель посмотрит на вас, и если другой соискатель работал еще 3 недели назад, в то время как вы не работаете уже 33 недели, он даст шанс ему. Я хочу, чтобы вы сказали «нет» безработице. Скажите «нет, я этого не хочу». Не смиряйтесь с ней. Моя задача — получить работу и снова выйти на рынок. Откажитесь от легкого пути, вступите на сложный путь. А после я дам вам еще 11 советов, как получить работу. Твердо решите получить работу. Если вы польститесь на легкость безработицы, оставшиеся 11 советов вам уже не помогут.